Во второй половине, да? Все, нога на выезд, 90 градусов. Вращение всем, нога 180 градусов вверх. Все, максимальная скорость. Вторая оценка просто просится поставить максимум. Молодец, не сдавайся, Камила. Тяжелая получилась у нее спортивная жизнь. Но мне кажется, что она выстоит и победит. Она ни в чем не виновата. А мне сложно подбирать слова, потому что как будто бы как класс другой, что ли, когда она конечно, катается. Конечно, она вышла, она у всех выше на голову. Просто само передвижение по льду, оно ну, просто отличается. И с этим ничего нельзя сделать. С этим это и бесполезно обсуждать. Если смотреть фигурное катание глазами. Ну, конечно, как-то. Вот это большой талант. Так же, как вышла сегодня Синицына, это тоже большой талант. Да? Так тоже, ну, просто не научить, если души нет. У нее огромный талант. И, как говорила Галина Павловна Вишневская, талант дырочку найдет. Обязательно, обязательно найдет. Но программа абсолютно классная. Это начало с судьями. Оно даже судей заставляет работать над собой, потому что они знают, что их будет показывать Первый канал. И судьи мужчины игриво кокетничают. Судьи дамы пытаются держать лицо. И за этим тоже наблюдать всегда очень да? Здорово. Я, честно говоря, не видела. Я думаю, что там все судьи... Вот это выезд, понимаете?
Нога выше, чем 90 градусов. Арабеск. Это арабеск. Да, это арабеск. Это сложный выезд. Из прыжка вон это все. Максимальный заход лучше. Вот, пожалуйста, последнее вращение. Эти длинные, выразительные руки. Нигде нет перебора в этой музыке, в этих позах. Нигде нет перебора. Вот это очень важно. И финальный жест, и восторженная реакция зрителей. И сейчас публика, конечно же, громче остальных приветствует Камилу Валиеву. Очень повезло нам, что заключительный стартовый номер у Камилы, она откаталась прекрасно. И самый настоящий праздник устроила переполненным трибунам на арене в Челябинске. Около 8 тысяч зрителей присутствует сейчас на трибунах. И большая часть из этих людей скандирует «Камила, Камила». Прямо вот до слез. Я сижу, у меня прямо слезы капают, честное слово. Ух, какой турнир нам подарили спортсменки в женском одиночном катании. А ведь это еще не конец, это еще только самая завязка. Очень интересно. Очень творчески интересно. Работа прямо видна. И хореографа, и тренера, и спортсмена, который, не надрываясь, а как получая удовольствие, это все делает. Это ее жизнь, это ее танец, в котором она использует для, как выразительные средства, эти элементы, которые ИСУ нам подарила. Отсутствие соревнований и элементы. Большое спасибо им. Мы за этот год сделали очень много. Мне кажется, вот так как я сижу на чемпионате и смотрю, какие у нас появились мальчики, какие у нас девочки, красавицы, все как один могут выигрывать. Камила Валиева. И вот оценки Камиле Валиевой 81,85 балла. Ревом восторженным зал встречает эти оценки. Камила лидирует после первого соревновательного дня. Она становится единственной, кто набирает больше 80, почти 82 балла Камила Валиева получает. Она лидер.